Hockey. Hockey? Hockey. Hockey! Hockey, 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 hockey. Русская литературная ассоциация представляет. Фильм Макса Ройза. Да, хоккей – это явно не балет. А жесткая и захватывающая игра. Интересная, динамичная, но все же не больше, чем игра. Эти слова, возможно, справедливы для любой страны, но не для Канады. Хоккей для канадца — это религия, это душа нации и весьма значимая часть канадской культуры. Небольшой американский городок Баффало, находящийся с американской стороны Ниагарских водопадов, буквально оккупирован канадскими болельщиками. Три четверти билетов на финальные матчи первенства мира среди молодежи были проданы канадцам. Они же были первыми и по уровню потребления пива. Кто бы мог подумать? Пиво для канадцев, так же, как и хоккей, является значимой частью национальной традиции. В Северной Америке множество баек о хоккее и пиве. Одна из них рассказывает, как хоккейный болельщик поставил откупоренную банку с пивом рядом со стеклянной стеной. Во время предыгровой разминки хоккеисты столкнулись у стены, и банка упала. Когда же команды снова вышли на лед, один из виновников падения банки подъехал к стене и перебросил пострадавшему болельщику шайбу, к которой была прикреплена записка с одним только словом «Сорри». Простите, и 10-долларовая купюра. Это и есть настоящий хоккей. В финальном матче за золотые медали и титул чемпиона мира по хоккею среди молодежи встречаются команды России и Канады. Этот матч между двумя старейшими соперниками гораздо больше, чем просто финальная игра двух профессионально равноценных команд. Это психологическая борьба воли и характеров игроков, каждый из которых мечтает вернуться домой с золотой медалью победителя. Jared Cowan, one of four Canadian returnees in this tournament, chicken back to play it. Канада — молодая страна. Ей нет и 150 лет. Несмотря на это, она уже успела дать миру многих известных людей. Здесь родился лауреат Нобелевской премии по литературе Сол Беллоу. Фредерик Бантинг и Джон Маклеод совместно со своим коллегой доктором Чарльзом Бест стали первооткрывателями инсулина. Гарольд Джонс создал установку для лечения злокачественных опухолей. Александр Белл изобрел телефон. Джеймс Миллер Уильямс пробурил первую в мире нефтяную скважину. Даниэль Дэвид Палмер стал отцом хиропрактика. Но в душе истинного канадца все достижения науки или литературы мало что значат по сравнению с хоккеем. Наша слабость была невыполнение тренерского задания. Вот, просто играли, как хотели. И безвольно даже первый гол показывает, как сыграли неправильно. Сами не знаем почему. Ирония жизни, но хоккей пришел в Северную Америку по чистой случайности. В
1763 году, после поражения Франции в Европе и в Новом Свете, английский парламент решал достаточно сложную проблему. Что принять в качестве контрибуции? Канаду или Гваделупу? Этот крошечный островок в Карибском море, экспортируя сахар и хлопок, ежегодно приносил доход в 500 000 фунтов стерлингов. Сумму для того времени огромную. В то же самое время французский философ Вольтер писал, что на канадской земле, которая 8 месяцев в году покрыта снегом, могут жить только дикари, медведи и бобры. Вопрос был настолько сложен, что тогдашний английский премьер граф Джон Стюарт сказал: «Одни требуют Гваделупу, другие Канаду. Кто скажет, за какое из этих решений меня повесят?» По Парижскому мирному договору к Великобритании перешла Канада и большая часть французских владений в Индии. В первом периоде, мне кажется, мы вышли и показывали не свой хоккей, не то, что мы можем, потому что мы очень думали много об этой игре. Очень переживали, и поэтому, наверное, это было перенастрой, а не недонастрой. Солдаты английского экспедиционного корпуса вместе с вооружением привезли с собой в новую колонию и хоккей на траве. Хорошая игра в летнее время. А что делать в долгие зимние месяцы? История не помнит имени того, кто первый привязал к ботинкам резаки для сыра и с деревянной шайбой начал играть в хоккей на льду. Эта самодельщина продолжалась почти 100 лет. Только в 1862 году корпорация Star из провинции Новая Шотландия начала выпуск коньков и деревянных клюшек. It was a long time before hockey became a Canadian national sport. К счастью для любителей хоккея, Джеймс Крейтон из Галифакса уговорил своих товарищей, регбистов Монреальского университета МакГилла, провести первый в истории хоккейный матч. Французы говорят «Шерше ля фам» — «Ищите женщин». История хоккея в Канаде не составляет исключения. К сожалению, архивы сохранили только эту фотографию Изабелл, дочери генерал-губернатора Канады лорда Стэнли, играющей в хоккей рядом с резиденцией ее отца в Оттаве. Вместе со своими братьями Артуром и Элгерненом Изабелл уговорила отца приобрести серебряный кубок для вручения лучшей любительской команде канадского доминиона. Со временем кубок значительно увеличился в размерах и значимости. С 1927 года Кубок Стэнли стал главным призом Национальной хоккейной лиги Северной Америки. 50-долларовая чаша в настоящее время находится в зале хоккейной славы. В 1945 году на кубке появилось и имя лорда Стэнли. Но если быть до конца справедливым, там должно быть еще три имени. Изабелл, Артур и Элгерн. Only the best are inducted to the Hockey Hall of Fame. Зал хоккейной славы выбирает только лучших из лучших. Это Бобби Орр, легенда хоккея и добрейшей души человек.
А вот еще одна легенда североамериканского хоккея – Уэйн Грецки. Первым русским, которого выбрали в зал хоккейной славы, стал Анатолий Тарасов. В энциклопедии «Британика» сказано: «Тарасов – отец российского хоккея, сделавший СССР доминирующей силой в международных соревнованиях». Вторым в 1984 году стал Владислав Третьяк. В Канаде были изданы 4 книги Третьяка. И каждый раз, когда он давал автографы, у магазина выстраивалась огромная очередь. Русская галерея зала хоккейной славы пополнилась Вячеславом Фетисовым, Валерием Харламовым и Игорем Ларионовым. Я думаю, эта зрительская 20-тысячная аудитория немножко захлестнула ребят. Поэтому то, что мы им говорили, особенно центральные нападающие, они не выполнили ту установку, которая была перед игрой. Они начали играть в открытый хоккей с канадцами. Играть в канадском стиле – это атака на атаку. Поэтому много получается и с нашей, и со стороны противника контратак. И канадцы вот в этом плане, это их не хоккей, и они в этом плане имели преимущество. Поэтому в перерыве сделались такие серьезные были разборы полетов. И ребята услышали, как нужно играть правильно. Валерий Николаевич Брагин нам после первого периода дал понять то, что все складывается не лучшим образом для нас. И мы должны играть по-другому в свою игру, а не так, как мы играли. Traffic in front, shot by Berezin off the inboard to Golubev. Loose in front, Tarasenko back out, they score! Panarin! Hockey! KHL, which is the last place team in that league, and not by a little. Now Kuznetsov comes in. Kuznetsov feeds it in front, saves it! Что происходит? Эти русские! Какой-то бес в них вселился! За 12 секунд вторая шайба! Нет, здесь не все так просто. У этих русских, видимо, есть секретное оружие и в хоккей. Обещаю, мы разгадаем их секрет. Товарищ по команде мой, центральный в сборной, Артем Воронин, он достал свои старые трусы, и с победной серии просто не снимал. Я не знаю, как они у меня сейчас сохранились, но красного цвета под цвет сборной. Я когда их даже одевал в России, почему-то там, ну, или команда выигрывала, или сам забивал. Вот. И я вспомнил, что про них, и подумал, хватит проигрывать, посмотрим, как эти трусы помогут нам. Когда мы пришли в раздевалку, я спросил, ты в них? Он сказал, безусловно. Евгений Кузнецов works his way in. Long shot of a stick and wide. Tarasenko down low to Kuznetsov. Still with it, spins, feeds it in front, score! Tarasenko ties it up! That's a special goal by world-class players. Двенадцать минут до конца встречи, и капитан сборной России Владимир Тарасенко сравнял. Слово «моментум» имеет особое значение в языке хоккеистов. Эксперты считают это одним из главных компонентов успешного. Так я, конечно, не очень суеверный, но с трусами это действительно, наверное, на стенку их надо повесить.
Хоккейное превосходство в крови у канадцев. Накануне знаменитого турнира 1972 года один из самых популярных спортивных обозревателей писал, что если русские забросят в ворота канадцев хоть одну шайбу, он съест свою газету. Первая игра проходила в Монреале. Через 30 секунд канадцы забросили первую шайбу. Через 6 минут вторая шайба в воротах сборной СССР. А органист заиграл траурный марш. Через минут 10 русские освоились, и начался разгром в полном смысле этого слова. Под трагическое молчание трибун встреча закончилась 7-3 в пользу сборной СССР. Кстати, на следующее утро журналист, который пообещал съесть газету, разорвал на мелкие кусочки свою статью, покрошил ее в суп и съел. Возможно, и у молодых канадских хоккеистов преобладало это чувство превосходства. Основания для этого были достаточно серьезные. 5 лет подряд они завоевывали золотые медали чемпионов мира. Сборная молодежи России в последние годы выше серебра не поднималась. Это удивительный матч, и выиграет его только та команда, игроки которой обладают чем-то большим, чем красными трусами. Когда травмировали нашего капитана, вот, он не опустил руки, не сдался. И будет он играть, не будет, поэтому мы ждали, что скажет врач нам, и он сам. Он сказал, что он будет играть, и доктор сказал, что он может. Главный тренер сказал нашему капитану, что если больно, не надо мучиться и выходить на лед. На что он ответил, нет, я пойду играть. И когда команда услышала эти слова, нам просто захотелось и пойти и выиграть матч. Я чувствовал, что команда не сломлена, что команда может выиграть. Главный тренер сказал, что в хоккее 20 минут – это очень много. И думайте сами, финал раз в жизни. Вы можете написать историю, как бы сами ее сотворить, сейчас выйти и показать, что вы можете сыграть. Мы задумались над этими словами просто, и действительно, и он дал просто, на тот момент он показал веру, что действительно все возможно, все по силам. У нас была очень сильная духом команда. Такой команды, я уверен, не будет еще очень много лет, чтобы ребята бились друг за друга, бросались головой под шайбы, ловили все на себя и вытаскивали матч. Никита Дворчинский. 5 unanswered goals for the Russians, and they lead it 5-3. Время в хоккее измеряется не минутами, а секундами. До конца матча осталось всего минута с четвертью, и Никита Двуреченский увеличил счет 5-3 в пользу сборной России. Is about to pull one of the biggest upsets in the history of international hockey, comebacks that is, back from 3-0 down in the third. This is the greatest collapse in the history of the World Junior. The draw won, and the Russians are back. World Junior champions for the first time since 2000. Мы не ошиблись ни в одном игроке. Все эти четвертьфинал, полуфинал, финал особенно показал, что каждый игрок, в общем-то, принес пользу в этой команде. Ну, 3-0, я думаю, в общем-то, и тренерский штаб канадский, и сами игроки думали, что практически игра решена. Но я еще говорю, это и есть хоккей, поэтому первый свисток прозвучал, последний, тогда игра закончилась. Русские люди всегда сильны духом, неважно, кто хоккеист или какой-то рабочий, то есть. Да. Мне кажется, это просто специфичность нации, поэтому никто не хотел проигрывать и понимали, что мы ничуть не хуже, а возможно и лучше, но просто надо было найти все силы и все
все вместе сделать одно дело. Наш кулак был во многом сжат из-за нашего главнокомандующего Брагина. Вот, если бы не этот тренер, бы и не получилось бы у нас такого результата, потому что у него был принцип: кто сильный, тот и будет играть. Не было каких-то там блатных. У нас все было по пути, как нужно, в настоящей команде. Главное — выйти и все возможное сделать для команды. Не подвести ее, потому что ты целая. И чтобы не стыдно после игры друг другу в глаза было посмотреть. Hockey. It's always a good feeling when your team's a winner, isn't it? Well, oh, yeah, you might notice a little bit of... Вы, наверное, были удивлены, когда я поменял майку сборной Канады на майку сборной России. Я открою вам свой секрет. Я русский. Русский канадец. Вам интересно будет узнать, и за какую команду я болею? Это еще один секрет, который я вам сегодня открою. Я болею за хоккей. It's hockey. Hockey! 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 Ведущий Павел Ройс. Композитор Дэвид Бродерик. Режиссер монтажа Дамир Барышев. Оператор Альберт Габидулин, Джозеф Маличек и Билл Стопор. Звукорежиссер Степан Барсамов. Выражаем благодарность Рене Фазел, Кристиану Хофстеттеру и Международной федерации хоккея на льду, Владиславу Третьяку и Федерации хоккея России, Всеволоду Богданову и Союзу журналистов России, журналисту Вячеславу Терехову. Русский текст читал Павел Курносов.